Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах, ну и, естественно, аксессуарчиков и все, что с ними связано. Вчера я делал небольшой видосик шорс о том, что мне пришли просто две, просто крутые, два крутых аксессуарчика для наших часов. Первый аксессуарчик, вот этот беленький, это для Apple Watch, а вот этот вот аксессуарчик для часов Galaxy, причем всех моделей вообще, начиная от Gear S2 и поперли до Galaxy Watch 5 Pro. Что значит за аксессуарчики? А это, дорогие друзья, зарядочки. Вот я, допустим, частенько хожу, у меня этих зарядок просто миллион лежит там на Apple Watch, на э, потом на Huawei часы, короче, на Galaxy, на все часы, как бы, ну, неудобняк, шнуры и все такое. Хотя они мне очень сильно-то и не нужны. Поэтому я <как> зашел, значит, в наш с вами AliExpress и увидел, что там вот такие продаются зарядочки. Стоят они где-то около 380, там плюс-минус 10-20 рублей. По-моему, дороже Galaxy, чем Apple Watch стоит. Но недорого шло. Это, конечно, мне все дело дорого. Ну, а теперь давайте посмотрим, что это такое. Вот смотрите, начну я с Apple Watch. Вот так вот он выглядит. Достаточно добротная вещь. Вот эта вот штучка, она металлическая. Здесь еще, как видите, сделан вот такой вот язычок. Что мы, значит, можем на ключики повесить данную штуку. Даже сейчас продемонстрирую. Вот он как брелок висит достаточно плотно висит, она вот не болтается, ничего вообще, вот все она повесила, она висит, отлично вообще. Как я уже сказал, пластик достаточно хороший, здесь пленочки сверху, снизу пленочка стоит, ну и вот здесь с одной стороны USB Type-C, и с другой стороны просто USB. Причем USB вот такая вот. Смотрите, какая прелесть. Как бы вы не включили, в любом случае попадете. Вы знаете, да, что в основном это формат вот такой. Вот такой вот формат. Соответственно, вот эта вот часть, она закрыта. чётенькая вещь. Ну и сделана симпатично. Давайте-ка я сниму сейчас пленочки. И вот такая вот штучка у нас получилась. Что значит мы с вами можем сделать? Вот допустим, у меня мой смартфон. Я на него повоткнул и чпок. Нацепил свои часики. Как вы видите, загорелись они у меня. Это говорит о том, что зарядочка-то пошла. Вот так. Интересно попробовать другие часы. Будет, нет, так работать. Нет, она даже, видите, не магнитится. Не магнитится. Это только для Apple Watch. Пожалуйста, вот так. Если у вас какой-то USB-аксессуар, вот у меня, допустим, ноутбук от Microsoft, и у него в блоке питания есть еще вот такой, пожалуйста, видите, под USB. Мы, значит, что с вами берем? Вот так вот. Раз, USB-шечку сюда воткнули, и часики сверху прям в висячем положении повесили. Все, зарядочка пошла. Вообще крутейшая штучка, хочу вам сказать. То же самое, да, допустим, у меня ноутбук. Ноутбук, как вам уже сказал, он у меня от Microsoft. Там есть выхода USB Type-C. И все остальное я могу воткнуть и спокойненько зарядить. Классная штука в плане каком. Мобильно все. Не надо мне ничего париться. Я также в любой блок питания ее могу воткнуть. Причем хочу вам сказать, что на Apple Watch магнитится он прям вообще хорошо apple watch они не такие тяжелые даже если вы стоя воткнете я вам сейчас продемонстрирую вот берем мы стоя воткнули и вот так вот они у нас будут стоять он будет заряжаться видите висит себе спокойненько не падает ничего приклеен отлично вообще вот так с Apple watch вообще штука действительно стоящая внимание лично для меня конкретно. Я это взял не просто для того, чтобы пропиарить вам и показать, а именно для себя, для своего удобства. Теперь давайте посмотрим с Galaxy. Galaxy темненькая. Вот не было темненькой для Apple Watch, я бы черную тоже взял. По мне, до канала лучше. Вообще, во всем остальном, один в один. Все то же самое. Здесь также пластик наклеен хороший. Такой прям добротно так наклеен, чтобы его оторвать вот кое-как. Здесь то же самое с одной стороны и то же самое с другой стороны. Но магнит уже не такой, допустим, как на Apple Watch. Apple Watch прямо магнитится вообще хорошо. Прям вот, прям хорошо. Здесь же никак. Вот, ну, тут, во-первых, они не магнитятся, во-вторых, вот здесь. О, все, они спадают они не будут магнититься так хорошо. Но, тем не менее, это тоже ничего, думаю, страшного. Поэтому вот так мы воткнули свои часики и поставили. Смотрим. Зарядочка пошла. Отличная вещь. Прям реально отличная. Еще смотрим Galaxy Watch 4. Я еще, конечно же, проведу эксперимент, насколько быстро данная зарядка через данную зарядку зарядится. Как бы вообще написано, что здесь, пожалуйста, 5 ватт, 500 миллиампер часов, короче, будет заряжать нормально. Ну, Но должна, по идее, быстро заряжать. 5-ваттная зарядочка должна заряжать быстро, причем как одна, так и вторая посмотрю, сравню и потом как-нибудь дам вам знать. То же самое вы можете включить, пожалуйста, ее в USB. Любой стороной, как я вам до этого говорил, да, что вот плюс, если вы не смотрели для Apple Watch, что неважно, как у вас здесь стоит, вот, зарядочка всегда воткнется так, как вам нужно. Хоть так ее можно воткнуть, Хоть так ее можно воткнуть, в отличие э, от обычного USB, где есть вот эта вот перемычка, одна полностью закрыта. Все, воткнули. Вот мне прям вообще красота. Поставили часики и зарядочка. Пошла. То же самое, если вы сделаете это в ноутбук, в USB или в Type-C. В моем случае у меня один USB и один Type-C. Все, без проблем. У меня же есть еще расширитель вот такой, разветвитель, да, пожалуйста. Я в него могу их сразу две воткнуть, однако. Да, вот одну сюда, одну сюда и заряжать сразу двое часов. Вот без проблем. Сейчас не могу отключить, потому что у меня удаленная камера подключена. Воткнуть вот сюда, второй вот сюда. Пожалуйста, часики положили и заряжаем. Ссылочка на эти аксессуары будет в описании видео. Пожалуйста, проходите, если вам интересно, покупайте. Лично я вам советую, особенно для тех, кто много путешествует, и вам нужно вот зарядить, бывает, часики с ручником где-то от компьютера, возможно, где-то от смартфона. Поэтому вот так как-то. Вам же напоминаю, дорогие друзья, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ваши комментарии тоже будут уместны. Ну и колокольчик не забудьте. Вам это все будет полезно. Пока.